Всем привет, дорогие друзья, с вами Драгин, и вы дождались. Сегодня Turbo Stickman Ragdoll Game. Я выговорил это слово. Прекрасно. Всем приятного аппетита и приятного просмотра. Я думаю, многие уже заметили то, что, ну, тут есть такая весьма интересная и очень высокая конструкция. Короче, если кто не... Ну, я думаю, уже все поняли. Мы сегодня будем проверять, что будет с человеком, если он спрыгнет, в принципе, вот с такой вот высоты. Да, и не зря... Ну, вообще... Саня, успокойся. Будем... Ну, не сразу же с высока. А чтобы интереснее было, получается, с разной высоты. Ну, и, естественно, будем прыгать на человека. Если попадем. Но если не попадем, я подделаю. Вот как бы, я не знаю просто, что сейчас будет. Мы просто делаем еще... Да, кстати, ребят, те, кто не подписан на канал, пожалуйста, подпишитесь. Ну и поставьте лайк, все-таки ТСРП вернулась, и я... Ну, я на самом деле долго не снимал ТСРП, потому что не было времени. Так, останавливаем время. Ты, родной, идешь на казнь. Отсюда. Тихо. Так. Угу. Ну. Я понял то, что... Окей. Назовем его Олег. Молодой человек по имени Олег пошел на новую высоту. Тихо. Тихо. Просто посмотрите, какой он тяжелый. Это же уму непостижимо. И... Прыгай, родной. Вот. Очень. Вот, кстати. Что-то он... Он сломал себе, кстати, позвоночник. А нашему... Славе... Ну, который стоит вот в фиолетовой так, рубашке, майке, не знаю. Ему повезло, потому что он нагнулся и удовлетворил этого человека. Да. Ой. Прости, Слава. Мы поняли, что... Ну, давайте тогда уж раз так попробуем. Что будет, если он все-таки... Тихо. 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 Стой. Зачем ты Славу опять ударил? Дурачок. Понимаю, что ты к нему неровно дышишь, но слишком много из этого не надо показывать. Пожалуйста. Почему? Да что-то двигается. Начинает жестко лагать. Так, ты прыгаешь. Что? Ты прыгаешь, родной. Прыгай. Если он сейчас... Да. Идеально он прыгает, это же то... Так. Угу. Ты просто подойдешь сюда. Ну, вот сюда. Еще ближе, может. Так, смотрим. Что, настолько все плохо? Его, ну, типа... Что? Угу. Слава, ребят, нет. Слава, ребят, нет. А вот, вот это выжило. Окей, окей. Ну, судьба злодейка. Закинула его обратно. Он мне конструкцию сломал. Он живой? Или нет? Не, ну, ребят, за это нужно всунуть ему. Был человек и нет человека. Собственно говоря, вот так люди и пропадают, когда попадают ко мне на эксперимент. Так, тут у нас, я думаю, что... Ты, я, собственно... Тихо. Мы тебя немного подкинем, ты ж не против? Тихо.
Оп. Тихо. Ну, собственно говоря, тут, ну, по идее, он с такой же высоты и упал. Угу. Он, сука, выжил. Окей, тогда на него падает следующий человек. Выживет ли он? Я не знаю. Бабах. Так. Угу. По-моему, тут немного было плохо. Давайте еще раз. Ну, тихо. Вот. А я просто не успел замедлить все. Так. Тихо. Ставим его сюда. И... Он опять жив. Что? Ну-ка, подкинься еще раз. Раз такой живучий, тогда ты идешь... Ой, ну... Тут на самом деле страшно уже смотреть. Потому что высота-то прилично. Что, настолько все изи, что ли? Родной, ты уже тут несколько раз упал с нормальной такой высоты. Давай. Ну, в принципе, можно и отсюда. Тут сейчас будет задница, наверное. Так, он падает. Он падает! Так. Угу. Настолько хороший такой удар был, что, собственно говоря, человек разделился на несколько частей. Собственно говоря, сейчас у нас будет самый жесткий тест. Я не знаю даже сейчас, что будет, потому что, мне кажется, главное, что он держится, нифига. Второй человек. Кто кого перевесит. И оружие. Так, я надеюсь, вы, ну, многие поняли уже. Бери, пес. Молодец. Использовать. Прыгай. То он не хочет прыгать. Я бы тоже не хотел. Да прыгай, ты почти прыгнул. Так, замедляем время. Ну, точнее, останавливаем его. И смотрим, как этот красавец просто летит в полете, угасая. Блин, а зачем я его убил-то? Я ж не пойму теперь, что будет с ним. Немного глупо вышло, но... Да. Ну, его нет. Забудем пацана. Что? А куда делся еще один? А ты какого лешего упал? Странно. Соглашусь. Поэтому мы делаем так. Потом еще раз. Тихо, аккуратненько. Вот надо вот так. Вот тут нужно аккуратненько. Ты-то чего умер, дебил? Оп, и нет тебя. Так, минус еще один. Я понял. Нужно не так высоко, ребят, делать. Ты тоже эластичненько. Встаешь сюда. Главное, не упади. То есть все, что тебе нужно, это всего лишь навсего взять вот этот охрененный пистолет и стрельнуть по ноге. Чтоб, сука, это он упал. Ты упадешь, нет. И все, ребят, он падает. Вот так вот. Жестко. Очень же. Его раздвоило на три части. Этого я, конечно, не ожидал. Я думал то, что он что-то сломает, но не думал то, что он упадет. Так, окей. Гражданин Владислав, еще один Владислав. Пожалуйста, выкиньте ваше оружие. Ну, можно, да, выбросить его. Что сейчас было?
Что это? Ну, он благополучно слинял, так что... прости, прощай, осторожно, стой! 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 Стоишь. Ему, кстати, очень хорошо, он удержался, ребят. Ненадолго, ну ладно. Тихо, аккуратненько. А теперь ты прыгнешь сам. Этот парень был из тех. И он сломался. А. Нет. Стой. Так. Можно? Стой. А где? А. Та-да-да-дам. Он выжил. Так. Сможет ли его собрат точно так же выжить? Ну, там везучий был человек, он не упал. Поэтому... Это его брат, он должен, он тоже везучий был по жизни и должен, в принципе-то, выжить. Так. Он не выжил. У него сломался позвоночник. Так, у Григория сломался позвоночник, от чего был сразу же смертельный исход и спасти не удалось. Смерть была на месте происшествия. Собственно говоря, ребят. Вот как-то так получился, ну, получилась сегодняшняя серия. И давайте, ребят, если хотя бы 25 лайков, и эта игра будет, ну, 20, давайте, лайков, так уж и быть, то эта игра будет выходить намного чаще. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, те, кто до сих пор этого не сделали, ведь скоро уже 2000 подписчиков, что это, ну, не может меня не радовать. Пишите крутые комментарии, я их всегда лайкаю. Ну и, кстати, вот раньше у меня была традиция вставлять самые топовые комментики. Поэтому, ребят, вы можете попасть в топ-коммент. А на этом все. Всем спасибо и всем пока.